Сегодня у нас 7 марта, значит, я нахожусь вот на пересечении вот Спасовской площади, вот с Каменной Слобода, переулок называется. Вот здесь вот строительство Монголии, соответственно, за мной строительство Соединенных Штатов и Испании. Вот Каменная Слобода, она идет вот сюда. Ну, она совсем небольшой переулочек такой. Вот, то есть, и, ну, они как бы здесь это ряд как бы переулков. Каменная Слобода, потом то есть они все относились к Слободе, где добывали камень. Соответственно, каменотесы, то есть они для строительства Кремля, каменного Кремля уже, вот, с белого камня. Вот, и, соответственно, вот здесь вот несколько посольств, ну, так как посольств здесь достаточно много. Вот, вот здесь вот есть здание, значит, среднего профессионального образования колледж Ушинского. Ну, наверное, с артиллерией, может, что-то связано, потому что стоит этот миномет. Вот. Соответственно, ну, вот сложно сказать, что это, но, в принципе, так. Вот, ну, вот есть здесь направляющая, значит, Московский государственный педагогический университет. То есть дом 4. Вот, ну, где-то вот там или вот, даже вот это здание. В принципе, вот так. То есть он небольшой совсем, это Каменная Слобода, вот там уже Садовый. Или Новый Арбат. Новый Арбат, может быть, даже.